Всем привет! И сегодня я покажу, где можно найти сокровище боевого пропуска, ну, пятой недели. Само сокровище находится на стихийной свалке. Вот это здесь. Сама карта находится на акрах анархии. Ну, это написано. Вот. И получается, я уже прыгнул, узнал, где это находится, на стихийной свалке, и сейчас, получается, мы прыгнем на стихийную свалку. Я покажу, как вам сразу же уже можно набить киви, потому что сюда он прыгает очень много человек. Я запрыгнул, увидел, что там уже трое человек, да, трое. За его пропуск идет уже около... Я уже выполнил, начал видео на голове. Вот, я уже два уровня повысил. Еще вот на этой неделе есть задание там брошенных плашек убить троих. Там с пистолетов, с кирок. С кирок, кстати, можно добивать. Я заметила это, что можно добивать и урон киркой наносить. Вот. Сейчас мы прыгаем на стихийную свалку, как я вам уже говорю. Прыгаю туда много человек. Поэтому летим на самое ближнее оружие, прыгаем. А потом... Ну, киркой можно побить немножко, когда у них останется очень мало хп. Короче, вот сейчас я вам покажу все. Сейчас у меня боевой пропуск 64 уровня. Два уровня я вот эти вот получил за минут 10. Потому что в брошенной башне я прыгнул. Там, конечно, набить 3 кило можно легко, просто найти ловушку и все. А там уже... сами поймете. Вот, сюда уже вам летать летит. Много летит. Достаточно. Но все, главное, с боевым пропуском. Поэтому... вот так вот. Вот, видите, там уже человек прыгнул на оружие. А сейчас вот этот камень. Сам. Вот, видите, на него люди летят. Сейчас нам надо просто прыгнуть на любое оружие. Любое оружие. Делаем вот так вот. Потом прыгаем. Идем. Они нашли сокровище. Вон они нашли его. И два килла. Вот и все. Вот идет два легких килла. Вот так вот. Само сокровище находится с левой стороны. Вот, вот здесь вот. Ну, я его уже нашел, поэтому вот ищите вот здесь вот. Всем спасибо за просмотр.